ровное дыхание. Вы не чувствуете планку. Вас держит облако. Как Кашпировский. Резиночка держит ваш пояс. Вам легко. Поставьте воду заряжаться возле экрана, и вы станете очень сильны, без тренировок. Не жалею я Свету, не жалею. Мы же готовимся на CrossFit Games. Растягивайся хорошо. Привет, друзья. Спортстудия Юра и Страша приветствует вас. Школьная 52. Сегодня у Светы такая тренировочка. Очень легкая. 5 взятий на грудь, 5 швунгов, 5 приседаний. 5 бёрпи, 5 тяг, 5 подтягиваний, скакалка, планка. В конце тренировки гиперэкстензия, растяжка. Света говорит, очень легко. Я хотела уйти домой. Дверь заперта. Дверь заперта. Кто сюда зашел, не выходит, пока не сделает комплексы. Меня радует, что девушки пашут, тренируются, никогда не ноют. А эти диванные Рэмбо только пишут. Но никого я не вижу что-то. Из 10 миллионов там, или 11 миллионов занимающихся кроссфитом, 60% девушки. Поэтому рот на замок. Бикс, братва. И вперед. Берешь на грудь, швунгуешь. В конце 5-го раза опускаешь на грудь, приседаешь. Хорошо, раз, вверх, да, раз, так 5 раз, 2, хорошо, спинку держим, локти побыстрее, отлично, 3, пять, опускаем на грудь. На плечи, локти повыше. Приседаем 5 раз. Хорошо. Вдох, выдох. Дышим правильно. Садимся с полной грудью. Так, 5 бёрпи. 5 бёрпи с отжиманием. Легла. Встала, прыгнула. Отлично. 5 раз. В конце скажешь, как назовем комп. Хорошо. Отлично, отлично, молодец. Теперь 5 тяг штанги. 45 килограмм. 45. Для тебя я здесь. Спинку натянул. Спинку держим. Держим. Ногами тянем. Раз. Отлично. И она говорит, сколько, друзья. 2. 3. Поясницу не расслаблять. 4. И 5. Отлично. Поставила. Теперь 5 подтягиваний. 5 подтягиваний. Впервые ты будешь делать с этой резиночкой тоненькой. Потому что нам скоро надо делать все без резины. Ну скоро. Месяц. А начиналось все с толстой резины. Держи ногу. И 5 раз, поехали. Раз. Тянем. Реально. 2. Делаешь 3-й раз, ногу ставишь, отдыхаешь.
Тяни, тяни. Три. Ничего, ничего. Ничего, мы так будем делать. Еще два раза. А потом будет у тебя самая тоненькая оранжевая, а потом уже без нее вообще. Тянись, тянись. Хорошо, еще раз. Тянись. По губам было прочитано красивые слова. Вот такой я добрый тренер. Приходите в спортстудию. Многие ли из вас простоят 2 минуты, друзья? Не уверен. Хорошо, ноги вместе, терпим. Только планку надо делать. Я просто разговариваю, Свет. Тебе это не касается, ты делаешь четко. Некоторые держат задницу чуть ли не под потолок. Это неправильная планка. Да-да-да, ровное дыхание, спокойно. Сколько там прошло? Всего ничего. 1 минутка. Сейчас еще одну будем ждать. Хорошо, дыши, дыши. Ровное дыхание. Вы не чувствуете планку. Вас держит облако. Как Кашпировский. Резиночка держит ваш пояс. Вам легко. Поставьте воду заряжаться возле экрана, и вы станете очень сильные, без тренировок. Хорошо. Еще 20 секунд осталось. Терпеть. Молодец, молодец. Пять. Два. Опа, 2 минутки. Отлично, молодец. Хорошо. Это был один круг. Ну что, ты не пришло название тебе на ум? Никакое? У доброго тренера? Да. Ну? Так и назовем, что ли, добрый тренер? Хорошо. Пожелаю здоровья. Что? Здоровья, успехов, силы и выносливости. Всем пока. Пока, друзья. Здоровья вам, вашим семьям. Приходите. Школьная 52, город Санкт-Петербург. We'll be right back.